Настоящий волшебник. Всем привет, меня зовут Максим, я фокусник. Сегодня у нас распаковка. Кукрику! Костюм появись! Они с резинками. Наверное, можно удлинить, когда я вырос. Но все делается легко. Сзади крепление, чтобы вешать штаны. Разноцветная куртка. Микробики. Туда много чего поместится. Таким материалом мои ручки не замерзли. Хорошо на них есть. Можно снять. Дождь и молнии не мешали подбородку у человека. У моей мамы кофта из такой шерсти. Нужно, чтобы ветер не задувал. Высокий воротник, будет тепло. Абракадабра, я брал. Откуда она появилась? Это зимние сапоги. Отражает свет. Здесь есть липучки, чтобы удобно было одевать, чтобы по льду не скользить. Полный мех. Положить на батарею и сушить. Удобнее было доставать. Фирменная нашивка. А теперь я все это хочу примерить. Кольцо. Вперед задом. Нужна завязка. Здесь помпоны завязать. Билеты. Пил.